субботу на ТВ Рус. Очень многие западные артисты, вот и Битлз, и Роллинг Стоунс, там, и Пинк Флойд, и куча всякого народа, они вообще очень хотели приехать в Советский Союз. До этого еще никогда звезды первой величины западной эстрады не выступали в Союзе. Хорошие ребята, исполнители красиво пели, отличная музыка, и власти не боялись, что это, ну, перевернет мозги наших граждан. Когда, почему и самое главное, кому пришла в голову идея пригласить именно их? Это тайны, которых мы никогда не узнаем. Я так думаю, что это могло все быть в рамках подготовки к Олимпийским играм в Москве. Ажиотаж вокруг гастролей рос с каждым днем, а разнообразные слухи разжигали интерес у советского зрителя. Слух о том, что он сидел там за кулисами и слушал Луне, ну это вообще как бы даже не смешно уже. Концерты четверых самых знаменитых чернокожих музыкантов были назначены на начало декабря. Но мало кто верил, что они вообще состоятся. Достать билеты было практически невозможно. На самом первом концерте все места были забронированы для членов правительства. Бонни М! Русская народная группа «Бонни М» в субботу на ТВ Русь.